Всем привет, друзья, с вами Лариэль, и мы продолжаем с вами наше приключение и прохождение The Elder Scrolls 4 Oblivion. Итак, остановились мы с вами на том, что прибыли в славный город Скингард. Вот, сейчас мы, я надеюсь, попадем в гильдию магов, да. Что? Кто ты? Ох, какая разница. Я Дружа. Тебе что-то нужно? Или просто практикуешься в Сирадильском... Так, рекомендация. Ох, нет, это забота Адриен, а не моя. Только не удивляйся, если она покажется раздраженной. Она не любит, когда ее отвлекают. Окей, понял, спасибо. Чему учите? Мистицизм, ясно. Возможно, здесь. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Открытие холодное. Так, нет, это все мне не надо. И денег береги особо... себя. Денежек особо нет для этого всего дела. Так, везде барахло, но... Посетитель, да? Квартир стал еще более странным, чем всегда. Тебе так не кажется? Так. До свидания. Так, это что у нас? Великий камень душ. Но он вроде никому не нужен. Что у нас внизу? Какой-то погреб. О, тут можно много всего набрать для алхимии. Почему бы и нет? Кстати, я в прошлом городе вообще ничего не взял. Что как бы нехорошо. Нужно было все брать. Им оно все равно не нужно. Пивасик там стоял. Пивасик тоже можно было бы закинуть в печку. О, еще мешочки кукурузка, раз. Здесь барахло. Буфет, палитра, нет, это мне не нужно. О, чесночок можно взять? Мы не нашли ничего ценного. Жаль. Давайте попробуем хотя бы сварганить, может, чего. Из этого можно? О, кукурузка. Буханочка хлебца. Говядинка. Хамелеон. Ага, понятно. Жаль. Так. Главное, корень Нирна только куда-нибудь не слить, потому что я наконец-то в Скингарде, и надо мне... Это что такое, а? Прямо не приготовишь ничего. Запас сил. Вот, лук из лучка точно можно. Сыр. Морковочка, окорок, хлоп, тыква, лучок, ленинка, мясо кабана, замечательно. Из этой фиговины ничего не сделать, жаль, очень жаль, что еще у меня есть. Рис, может из риса? Нет, тоже ничего. Ну и ладно, хрен с ним. Пойдемте на выход. Приветствую, колдун. Мне кажется, где Эртер? Действительно стало спокойнее с тех пор, как Эртер пропал. Он, вероятно, все еще в пещере. Конечно. Так. Полагаю, у тебя есть веские причины, чтобы отрывать меня от дел. Совершенно верно. Рекомендации Валюс, мне нужны. Я еще не успела рассмотреть этот вопрос. Я очень занята, ты понимаешь? Исследования отнимают все мое время. Хотя, вот что я подумала. У меня есть небольшая проблема. Она касается Эртера, одного из магов гильдии. Не можешь ли ты помочь мне в ее решении? Да легко. Вообще, я сделаю. Превосходно. У меня сейчас просто нет времени искать его опять. Но мне нужно поговорить с ним о записях, которые он позаимствовал. Тебе придется поговорить с коллегами. Вероятно, кто-нибудь что-нибудь о нем знает. Дай мне знать, когда он вернется, и ты получишь мою рекомендацию. Хорошо. Так, кто такой Эртер? Ну, он забавный парень. Сулинус Васинус может рассказать тебе о нем больше, если тебе это вправду интересно. Сулинус должен быть где-то поблизости. Поговори с ним, если хочешь узнать больше об Эртере. Окей.
Здесь ты найдешь только качественные товары. Нифига себе. Чем я могу заинтересовать? Ну да, я вижу. Крайне качественные по количеству. Тебе нужен я? Неужели? Я Виг. Я состою в гильдии магов. Но я ничему не об... Так, ну я понял. Всегда но ты... держи свое магическое снаряжение заряженным. Ага. Ясно, что по спеллам. Гляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Блин, ну чувак, ну очень дорого все. Меня-то может и интересует, кстати, а по Эртору ничего не он скажешь. Он уже давно не появлялся здесь. Я полагаю, что он в пещере Унылая Равнина. Там он обычно проводит все свое время. Ага. Береги себя. Я тебя, дорогой друг. Так, а ты... Нет, понятно, мне нужен... Конечно, нет. Нужен алхимик. Умеет ухаживать за своими... Где алхимик найти? Алхимик, алхимик. Как его звали хоть? А ну-ка. Так, это у нас был квест. Поиск своих корней. Беседа с алхимиком состоялась. Мне нужно попасть в Скингард и поговорить. Ага. Надо отнести. Вот, давайте. Так. Не сюда. Сюда. Окей. Приветствую тебя. Я часто покупаю что-нибудь у коловианских торговцев. Ага, походу он в отдельном каком-то своем магазе обитает. Действительно. Оба. А я сюда, кстати, хотел заскочить. Да? Так. Что? Как поживаешь? Салют. Как его звали? А мне, походу, сюда. Что привел? Удалось добыть что-нибудь интересное? Корень Нирна? Да. Это настоящий корень Нирна. И очень хорошего качества. У меня появилась идея. Так как ты уже знаешь, как он выглядит, может, ты согласишься отправиться в поисковую экспедицию? Конечно. Что нужно делать? Превосходно! Но прежде чем ты уйдешь, тебе нужно узнать кое-что о корне Нирна. В противном случае ты можешь ходить кругами и никогда не найти его. Ну, давай. Несколько лет назад искатель приключений вроде тебя продал мне старый том, содержащий алхимические формулы. Большинство из них были бесполезны. Но на одной из страниц был рецепт зелья, известного как эликсир исследования. Это потрясающее зелье, предназначенное для исследователей подземелий. Эта формула показалась мне разумной. Правда, в нее входил один очень редкий ингредиент. Да, твоя догадка правильна. Это корень Нирна. Я отложил эту книгу в сторону. У меня было запланировано столько других интересных экспериментов, что просто не было времени на сбор растений. Но раз ты тут, это многое меняет. Угу. Эликсир исследования — это многоцелевое зелье, которое разрабатывалось, очевидно, для исследователей подземелий. Формула описывает различные свойства отвара. Если тебе это интересно, я отправил краткую статью о нем на имперский алхимический симпозиум. Если ты принесешь мне 10 корней Нирна, я готов продавать тебе этот эликсир с огромной скидкой, а также дам один образец бесплатно. Лучшее место для начала поисков – тенистая роща. Это часть великого леса к северо-востоку отсюда. Удачи! И поскорее возвращайся назад с корнями Нирна. Окей, спасибо. А что ты умеешь? У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиле. Ну, это, конечно, спорный момент насчет цен. Хотя, может быть, и не спорный. Будь осторожнее в тени. Ага, здесь ничего, блин, взять нельзя, да? Можно встретить там, кроме корней Нирна. Понятно, я понял. Так, тем временем вот это нужно нам. Хочешь тебе, давай. Брат?
Так. Куда нам? Ага, нам туда. И мне нужно с кем-то поговорить. Я не знаю, с кем именно. О, привет. С Вигом привет. Говорил, с мадам тоже говорил. Так, не то. Что я могу сделать для тебя? Так, мне пещера Унылая Равнина. Это к северо-западу от Скинграда. Вот, видишь ее на карте? Эртер удалился туда после того, как Адриен сказала ему, что он больше не может заниматься в здании гильдии. Она, наверное, даже не помнит об этом. Возможно, для тебя будет лучше, если она вспомнит об этом. Особенно о том, что это была именно ее идея. Ага. Я не видела его уже довольно давно. Впрочем, он пропадает уже не первый раз, так что я особенно не волнуюсь. Понятно. Окей, куда спасибо. Ты? Сейчас мы пойдем попробуем ей напомнить. Ты... Так. О, я помню, что рекомендовала ему перебраться туда. Хм. Нам, вероятно, следует побеспокоиться о нем, не так ли? Под нам? Я имею в виду тебе, конечно. Кое-чем я могу помочь. Вот базовое заклинание огненного шара. На случай, если тебе придется защищаться. Я буду здесь, когда ты вернешься. Удачи. Блин, ну спасибо. Приветствую, колдун. Приветствую. Так, слабый огненный шарик был нам добавлен. Это, конечно, безумно интересно. Понятно. Туда мы попасть не можем. Пойдем на выход. Единственное, разобраться, где бы выход. Нет, не здесь. Ага, во. Вперед. Интересно, шарахнусь я сейчас или нет. Я так спрыгнул с моста. Нет, все нормально. Так, ну что ж. Ну что ж, мне наверх. Так, братки работают. А мы двигаемся с вами прямиком на север. Будем по пути еще и травы собирать. Чему бы и нет. Да далеко не все удается собрать. Конечно, расстраивает меня. Но ничего. Опа. Подходи по одному. Ой, я, наверное, перестарался. Блин. Ну ничего. Что за водоем? Ничего интересного. Надо было, наверное, может, в кулачный бой вступать. Кстати, да. Давайте-ка снимем катанку. Хочу я потренировать. Ой-ой-ой, надо же, так там портал. Получай в табло. Так-то мы неплохо еще лупим. На. На, в табло. Упырь. Иди он. Пойдем отметим его себе на карте. Так, найдены врата в Обливиан. Ух ты, а кто вот то такой? Тролль какой-то, да? Да, тролляха, давай, кто кого? Не, ну что ты по... Ух ты, ты еще и быстрый. Да не, ну тебя нафиг, братан.
Получай. А, ну все, он походу сам тоже отстал. Мы с ним разошлись, ну и хорошо. Ой-ой-ой, нифига мы с ним не разошли, он сзади меня. Черт, он засранец. Ладно, сейчас свалим от него. Он оказался крайне плотный такой паренек. О, вот и пещера. Блин, ну... Ну, скот. Окей. Где там бутылки? Запас сил. Здоровье. Давай. Выпьем еще. И вот так вот. На. Сейчас мы с тобой в бой вступим, не волнуйся. Ох ты, блин, так он регенерирует жестко. Вот это я понимаю, тролль. Так, зачем идти, когда можно бежать? Вот ваш девиз. Длительные забеги и заплывы дали свой результат. Вы стали специалистом в области атлетики. Скорость восстановления запаса сил при беге повысилась на 50%. До конца, кто кого есть. Фух, это было жестко. Не-не-не, мне один часик. Жестяк. Это ж вообще ненормально. Ух ты, какой зомбак интересный. Без башки. Давай. На. Ой-ой-ой, мы должны отдохнуть. Получай. Нормально на него можно хоть немного покачать. Ай-яй-яй. Интересно, как он понимает, что я здесь, а? Он же без башки. Ай-яй-яй-яй-яй. Беда. Где там здоровечко? На. Отхил, отхил, отхил. Так, ходу. Можно было бы лук достать. Черт, сейчас меня убьют. А меня уже, походу, убили, да? Ай, жесть. Ладно, не будем с ним церемониться. Получи. Ой-ой-ой-ой-ой. Отходим. О. Ах, гад. Чуть не дал мне в башню. На. Я что, закрываю щитом, что нет? Вообще пофигу. На. Да что ж ты будешь делать? Падай уже. Наконец-то.
Однако. Так, и мне, наверное, нужно починиться. Где там мои молотки? Замечательно. А, это надо быть в городе. Ладно, тогда двигаем. Так, кого я сагрил? На. Надо быстренько отхиляться, пока он не подошел. Давай, 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 давай. Ох, ты, блин, а? Он мне тоже нормально так вдарил. А ничего, побегаем. Наконец-то. Забрали муку. Часиком ждем. Пойдем посмотрим, что тут еще. Тут ничего нет. Сундук. О, неплохо. Очень даже. Твою дивизию. Где мой лук? А, хотя нет, не хочу с луком. Давай, 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 получай. Да падай ты уже, а. Сейчас он выйдет, и мы его как... На, с налета. Не подходи. Какой же плотный пассажир-то. А на удивление мы с ним совладали. Так, это что тут? Какая-то трупная холодная яма. И ничего более. Ну ладно. Пойдем тогда. Куда нам, кстати? А, я походу не туда куда-то двинул. Еще один парниша. Ну, слушайте, на них можно... Как минимум хорошо прокачать меч. Одноручные клиночки сейчас мы поднимем с большой радостью. Клинок длинный, и это позволяет нам атаковать, чтоб он не дотягивался до нас. Навык клинки повышен. Замечательно. Ах, еще один обормот. Давай, давай, подходи. Сюда, сюда, сюда. Ой, блин, щелкнул меня. Давай-то умираешь ты. То ли у меня меч такой слабый, то ли это мой чар такой слабый, не пойму. Выхватывай. О, хотел меня огреть, как засранец. Давай, 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 давай. Есть. Минус один. Так, ну здесь я все обошел. Все обошел, все изведал. Что, еще один? Боже мой, сколько здесь этих зомби. Это ж не удивлюсь, если этот товарищ всех их навызывал. Не удивляюсь, что мне... Ах ты ж. Ой-ой-ой. Что мне дали фаерболы, да, защищаться. Кто б сомневался против таких зомбарей.
есть, наверное, это... О-о-о. Я поломан, да? Ай, когда рядом находятся враги. Жесть. Что я могу сказать? Катана поломана, но есть стальной меч. Замечательно. Как он мне пригодился-то? Вообще огонь. Давай, 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 давай. На, ай, он мне тоже впаял, причем два раза. Так, забрать все. Нужно отхилиться по максимуму. А еще лучше просто обождать часок. Тап, сюда. Где молоты мои? Вот они. Замечательно. Так, одели катану. Все починил. Куда-то мне. Ага. Я в нужном направлении. Искусство магии. Легкие доспехи. Здравствуй. Больше нет? Я могу выйти из этой пещеры? Ох, спасибо тебе. Я так благодарен. Ты ведь возвращаешься в Скинград, правда? Можно я... Могу я пойти с тобой? Так будет безопаснее, я думаю. Что скажешь? Да, хорошо. О, иди спасибо. За мной. Так любезно с твоей стороны. Так. Дела в гильдии пошли по-другому с тех пор, как архимагом стал Травин. Порядка стало больше. Ну и обстановка. Это да. Услуги, оказываемые в университете волшебства, бесценны. Ты можешь создавать там свои собственные зачарованные. Понял, все, окей. Не могу дождаться, когда вернусь. Так. Не-не-не, отмена. Браток, мне нужно часик у тебя перекантоваться. Интеллект плюс 5, скорость. Ну и, конечно же, сила влияет максимальное количество груза. На-на-на, отвечает за навык дробящее оружие, клинки, рукопашный бой. Конечно же, я беру. Так, инту взял, скорость взял, хорошо. Это очень и очень круто. Так, все, засейвили, погнали. Браток. О, тут что? Норм. Прикольно он тут замуровался. Ну, я думаю, мы можем смело выйти, да? Я вроде как тут всех уничтожил. Случайно. Кстати, грибочки-то... Грибочки-то надо бы полутить. Выходим. Так, ну чё, чувачок... Давай, сейвимся. Куда нам? Скингард. Сюда отправляемся. Так, ну и теперь прямиком в гильдию магов. Не отставай. Здравствуйте. А вот и гильдия магов. Заходим. Привет, Арганиан. Да? Так, ну мы Пока вроде... Вечер. Вы с Адриен уже разговаривали сегодня? Да. Приветствую, стажер. Все так и было сделано. Привет. Продолжай, пожалуйста. Так, где этот... Рекомендация? Я поговорила с Эртером. Похоже, с ним все в порядке. Хорошая работа. Как только улучшу минутку, прослежу, чтобы твоя рекомендация была отправлена. Как я уже сказала, я очень занята. Но я скоро сделаю это, уверяю тебя. Окей, спасибо. В каждом отделении есть по крайней мере один маг, предлагающий заклинание. Посети все отделения, тогда ты не пропустишь ни одного из них. Ух ты,
Я не хочу распускать слухи, но он кажется мне слишком странным. Однако его здесь терпят. Что? Нужен проводник? Разве ты не видишь, что совершенно занята? Иди, дергай нищих или стражников. Они все равно целыми днями стоят и чешут языками. Некромантия не только запрещена к применению в гильдии магов, но гильдия также не имеет дела с теми, кто открыто использует ее. Это святая святых гильдии магов с незапамятных времен. О, какая там библиотека! Это надо видеть! Мне кажется, что это единственное место, которое стоит посетить в имперском городе. Я езжу туда, только если не могу найти нужную мне книгу здесь. Так, ну что ж, понятно. Береги себя. Пока. А это я могу взять? О, да, могу. Так, а ну-ка. Приветствую. Добрый вечер. Квартир стал еще более странным, чем всегда. Тебе так не кажется? Так. Конечно, нет. Доносились ли новости из других провинций? Чернотопье стало еще опаснее, чем когда-либо. Многие поселенцы пропали, и большинство неаргониан бежали в страхе. Все это у меня есть. Воистину странное место. До свидания. Так. Кирпичи, душ, понятно. Все это понятно. Я думаю, мы можем выйти и приметить себе какой-либо следующий городок, куда мне нужно отправиться. Ого. Что-то мне явно не туда. Так, давайте сделаем так. Паранойя, паломничество. О, вступление. А, кролл, понятно. Где меня еще не было? Лейвин. Let's go, Лейвин. Ехать, по идее, я буду туда долго. Так, погодка, конечно, тут ни к черту. Куда нам? Где? Ага, походу просто вниз надо спуститься. Кладбище. Так. И по идее где-то здесь должна быть гильдия магов. Да, совершенно верно, вот она. Гильдия магов. Ну что ж, друзья, думаю, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И увидимся мы с вами совсем скоро в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока!